зовут Олег Туровинин. Я являюсь генеральным директором Тюменского расчетно-информационного центра. Центр создан 25 сентября 2003 года. Создан был для того, чтобы фактически собрать все платежи за жилищно-коммунальные услуги в одну квитанцию и сделать оплату квитанций жилищно-коммунальных наиболее удобными. В тот момент уже готовился, а позднее и реализовался закон о монетизации льгот, и мы стали активным участником этого процесса. Мы оказываем с 2004 года также услуги для управляющих компаний по организации регистрационного учета. На сегодняшний день мы формируем аж 430 тысяч квитанций ежемесячно. Ну, мы бы хотели добиться того, чтобы наполняемость наших квитанций стала больше. Во-первых, там, где мы ее уже выпускаем, туда вошли все услуги. С партнерами, со всеми, да, стараемся, собственно говоря, договариваться для того, чтобы максимальное количество услуг вошло в единую квитанцию, чтобы человеку было удобно их оплачивать. Для того, чтобы ему удобно было передавать показания в одном месте. Почему мы обратились к участию в этом конкурсе? Потому что мы, во-первых, мы считаем, что тюменская марка – это знак качества любых услуг, то есть прям высочайший знак. Мы, соответственно, хотим быть удостоены этой высокой марки. Хотим, чтобы нас увидели, увидели жители и задались вопросом, а моя управляющая компания предоставляет мне такой сервис? Могу ли я удаленно передать показания приборов учета? Могу ли я с помощью зайти на сайт и передать показания, посмотреть начисления, оплатить жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома, если все еще нет, то почему наша компания не работает с Тюменским расчетно-информационным центром?